Сегодня вице-президент Федерации функционального многоборья Сергей Колтовской и я, тренер спортклуба «Геркулеон» Сергей Бурцев, провели открытую тренировку с ребятами в школе. Мы показали, немного рассказали ребятам, как проходят наши тренировки, чему мы учим, что мы развиваем. Потренировались с ними, получили несколько навыков, сделали комплекс. Было весело, ребятам понравилось. Собираемся далее также продолжать наше движение, рассказывать и популяризировать наш вид спорта и приобщать всех к здоровому образу жизни.